5, 4, 3, 2. Люся. Девчонки, семейные посиделки, всем привет! У нас месяц май, и у нас уже, посмотрите, какая замечательная вкусная клубника. Клубнику мы сажаем на укрывной. Укрывной у нас сегодня коричневого цвета. Спросите, почему? Да просто не знаем, просто он коричневый. Клубника у нас от Татур, ремонтантная, очень крупная. Посмотрите, какие зеленые листья. Это свойственно здоровой рассаде, девочки. Посмотрите, какая теплица. Здесь у меня растут томаты. Девочки, это я посадил сейчас томаты. Мне помогали таджики-узбеки. Они немножко подвядшие. Здесь у меня, как вы видите, я сделал высокие грядки. Так что вы видите, что здесь у меня высокие грядки, девочки. Стараюсь, работаю, не покладая рук. Листва крупная. Посмотрите, ягода красная. Это наша редиска. Посмотрите, какая редиска. Редиска, сорт я вам не скажу. Черри. Сорт черрит. Черриет. Редиска черриет. Очень хорошо подходит винегрет. Пойдем покажем огурцы. Дождь, посмотрите, теплица. А, там уже у нас висят огурцы. С вами есть первый урожай. Посмотрите, висят какие замечательные огурчики. Огурчики сорт... Мамлюк. Огурчики сорт мамлюк. От Гавриш. Мамлюк от Гавриш. Очень доволен. Вот это наш тоже огурец от фирмы Гавриш, пока ей можно здесь ходить, а потом уже нельзя. Девочки, лук на зелень, это не батун, просто лук на зелень. Он у нас уже много лет, посмотрите, какой красивый. Видите, какой красивый урожай. Так что лук мы любим и едим его с превеликим удовольствием. Я косил, видите, как косил, не косил. Я тебе говорю, косил, не косил, а одуванов полно. Сейчас, наверное, буду косить. Это чеснок у нас, да? Ага. Не помнишь? А? Сорт. Да, это у нас чеснок. Чеснок. Мама, как обычно, подписала, как говорит, и у нее все смыло. Но мы такие, чеснок мы любим, я смотрю. Мы его обожаем, говорит папа. Я сейчас чуть позже буду косить дорожки. Я тебе говорю, одуваны взбесились. Вообще, ну посмотри, ну это трындец. Я реально, блин, кашу. А ты подумаешь, что я ничего не делаю. Я вообще работник года. Газонокосилка Greenworks. Вот эта данная модель, она очень хорошо сравнивает поверхность травы и получается такой уютный газонный вид. Это очень удобно, очень быстро. Разные уровни
высоты подстрижки травы регулируются здесь. Вы видите, есть 5-й, 4-й, 3-й, 2-й, 1-й. 1-й самый маленький. Я люблю стричь на 3-м, на 2-м. Но вот сейчас я одуванчики все-таки попробую подстричь под 1-й, чтобы их вообще прям убрать. Сейчас мы попробуем. Удобно, быстро, конечно же, и есть плечевой. Триммер от Greenworks, который как косай, тоже удобно, что от аккумулятора. У нас два аккумулятора, когда вы будете покупать технику, покупайте и второй аккумулятор, потому что очень удобно, когда вы работаете, один заряжается, на другом вы работаете, очень удобно. И здесь идет мешочек для сбора травы, что тоже очень удобно, он снимается, можете подстригать траву, собирая в мешок, а можете просто его убрать и трава будет у вас оставаться, подсыхать на земле. Проделываете вы гораздо быстрее, чем бы вы косили, там, я не знаю, ручной косой. Мне кажется, вообще уже косой, наверное, никто не пользуется, да? Или вот руками, прикиньте, вот это сделать, все руками попытаться прокосить. Это вообще дурдом. Вот, как вы видите, редисочка у нас вот такая. Маленький лайфхак. Берите пеленку, и вся вода будет в пеленке. Правильно? Очень удобно. Друзья мои, а мы варим яйца в смятку и едим. Очень полезно. Это белок, а белок очень полезен для организма. Так, ну, а вот Настя такая, мой стаканчик. Тоже, блин, продают чернослив. И чё? Ну и что, как бы его, ну его продают как бы без косточек, но он попадается. Да? Прощупывать приходится. А представляешь, я тебе говорю, кто голодный, прикинь, ужас. Вот так зубам трындец, ну, все приходится прощупывать. Ой. Делаю себе белковый коктейль. И потом дальше работать. А что? А кому сейчас прихожу? Деревенская она такая. Да. Кефирчиком залью. А у нас есть еще кефирчики, если что? 1% есть. 1%? Ну, я думаю, мне этого, наверное, просто, думаю, не хватит. Кстати, в холодильник, в кладовке, на двери. Да не хотел. Домик в деревне. Мам, ну, я думаю, так норм, да? Конечно, нормально. О, зарядиться буду. Блин, ну такой контейнер здоровый. Я вообще уже теперь не в стакан не наливаю, а отсюда пью, а потом мою. Видите, какой ваше здоровье. Ну да, с черносливом поосторожнее надо, да? Ну что, мы с вами перекусили. Сейчас мы поедем с вами на помойку. На самокат. Смотрите, у меня какой помощник. Смотрите, кто со мной едет. Во. Сейчас вам покажу один маленький лайфхак, очень удобный. Раньше я вез, короче, их и в руке держал мешок. Это было дико неудобно. У меня есть такой ремень от сумки. Есть такие от фотоаппаратов, от сумок. Вот так берешь, протыкаешь с одной стороны. Вот так цепляешь карабинчиком.
карабинчиком цепляешь снизу. Сейчас. Карабином закрепил снизу, вот так на плечо повесил. И поехал на помойку. Так, девчонки, видите, какую красоту купил. Цветы купил, сейчас цветы посажаю, сейчас по обеду. Цветы посажаю. Красота какая! Да.
Спасибо.